Ну, вроде все. Давай передохнем немного. Да? Ну и ночка. О, да. А она... Так, слушай меня. Мы ни в чем не виноваты. Эта старуха была... Короче, больна. А ты можешь жалеть ее, но не вздумай себя винить. А что теперь будет? Я не могу вернуться в приют. А ты на работу. И не надо. Ну-ну. Нет, я серьезно. Мы с тобой свалим отсюда как можно дальше. Ага, копы нас быстро поймают. Ну, им-то нужны Натан и Сэмюэл Морган. Ну да, мы. А если нет? Нейт, там, в доме, ты знал обо всех этих вещах не меньше, чем их хозяйка. Так, я всегда знал, что нас с тобой ждет что-то великое. Но прежде... Не знал, что именно. Но это мамино незаконченное дело. Это наш шанс начать жизнь заново. Под новыми именами. Я тебя не понимаю. У меня есть контакты. Организуют нам новые документы. А что касается фамилии... Мама думала, у Дрейка были наследники. А почему бы и нет? Ты ведь сейчас не шутишь? Нейт, это наша судьба. И я обещаю, ты и я вместе. Далеко пойдем. Что скажешь? Натан Дрейк. После этого все изменилось. Мы с ним стали искателями, первооткрывателями. Ну, короче, ворами. Ай! Ты давай не дергайся. Это было время, когда мы то и дело попадали в тюрьму. Если не по очереди, то вместе. И когда я его потерял, ну, или думал, что потерял, ты не хотел лишний раз его вспоминать. Ну, вроде того. Вот и все. Теперь ты все знаешь. Ну, я сомневаюсь, что прямо уж все. Но это много. И что ты об этом думаешь? Я думаю, повезло тебе, что я вовремя тебя нашла. Да. Хорошо, что хоть руки-ноги у тебя целы. Вот был бы геморрой тебя отсюда вытаскивать. А как ты меня нашла? Ой, да легко, я просто пошла на звук выстрелов. Нет, как ты сюда попала? А, конечно. Прием, Салли. Привет, крошка. Как он там? Ну, побитый, конечно, но ничего, живой, даже дееспособный. Теперь остается спасти второго Дрейка. В смысле? Нейт расскажет. Привет. Ты все-таки с нами? Ну, еще бы. Что там с Сэмом? Он у Рейфа. Черт, ты знаешь, где они? Да, ушли на северную сторону острова. Поищи там местечко, где можно сесть. Когда вытащим Сэма, удирать придется очень быстро. Понял. Эй, а сокровища? Забудь. Черт с ним.
Но Алькасар... Нет, Алькасар нам не угрожает. Сэм набрал. Стоп, то есть его долг... Побег? Да, Сэм все придумал. У меня милый брат. Короче, все подробности потом, ладно? Жду с нетерпением. Вы там поосторожней. Как всегда. Меняемся. Спасибо. Ага. Я в смысле... Спасибо, что спасла меня. Опять. В этот раз могла не спасти. Ты права. Пошли. Транспорт есть. Значит, мы направляемся на север острова. Да, Новый Девон. Там жили основатели Либерталии. И туда...